Добрый день всем, добрые зрители, доброго канала. С вами волонтер бездомных животных, приют Твори Добро, Наталья. В данном ролике немножечко все обо всем. Будни приюта, будни собак, кормление, прогулки. Мама со щенками. Я жива-здорова. Щеночки уже открыли глазки. Клепушка растет не по дням, а по часам. Спасибо всем, кто откликнулся на судьбу Клёпы, но пока мы ждем направления на КТ. Вчера я только буквально скинула голосовое Николаю, жду от него ответа. Но сейчас выходные, поэтому я надеюсь, что в понедельник он нам ответит, и в ближайшее время мы поедем. Машину мне сделали. Приют остро нуждается в закупке соломы. Солому у нас осталось, дай бог, до середины декабря. А вы все должны понимать, что именно солома в морозы спасает очень хорошо животных, они греются. Миша у меня живет отдельно, пока до семьи. И Миша такой прям у нас хозяин-хозяин, он все сено распотрошил, сделал себе лежанки. Ему очень хорошо, тепло, уютно. К сожалению, у Мишки 3 дня назад воспалились старые раны, абсцесс начался, куплено лекарство. Миша сейчас заново начал лечение, открылась у него одна из ран. Но, слава богу, прорвалось само. Теперь я обрабатываю хлоргексидином, делаю повязки. А так в целом все неплохо, но у нас есть большое но. Мише нужны средства на груминг, на кастрацию, на УЗИ. И как вы все знаете, подписчица из Воронежа Лена ждет очень Мишу, но у нас постоянно что-то получается. То у меня месяц была сломана машина. Теперь, конечно, стоит финансовый вопрос о том, чтобы Мишу сейчас вылечить, Мише сделать груминг и кастрировать. И потом уже отвезти его в семью, но на все на это нужны финансовые средства. Еще больной вопрос приюта. Это у нас осталось Ося, якутенок, Ной и Оскар. Это те собаки, которых нужно срочно отвезти на стерилизацию и на кастрацию в город Новомосковск. Как вы все знаете. Ну и, конечно, питание. Опять хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто откликнулся до этого на крик о помощи. До среды у нас питание закуплено, но, к сожалению, со среды придется опять обращаться к вам. Там с 10 числа, все не забываем, по 17 у нас очередная неделя настольника, поэтому мы будем рады каждому вашим 10, 50, 100 рублям, которые идут собачкам на питание. Ну а так, жизнь в приюте бурлит, кипит. Собачки играются, новички прибавляются. Позавчера буквально привезли в приют породная девочка, что-то метис, даже не знаю, и спаниеля, мне кажется, и таксы. Сидела, замерзала на морозе. Мимо не могу проехать. Бездомышей тоже не бросаю. Как я вам ранее говорила, да, у меня их очень много. Собаки жутко голодные от морозов. Стараюсь сейчас ездить хотя бы 3 раза в неделю. В общем, такие вот у нас обычные бытовые трудности. Как всегда, питание. Ну, конечно, обязательно сено-солома. Потому что это все середина декабря, и нам будет очень, очень плохо без подстилок. Собакам будет сложно. Ну, а так все в целом хорошо. Хочу еще сказать раз большое спасибо всем, кто с нами, кто нам помогает, кто пишет нам добрые комментарии. Вы моя, еще раз говорю, большая дружная семья. Мы вас очень всех любим и ценим. Это у нас лис. Ой, лис, да, лис, красивый лис. Лисенок. Татоша. Ну, это наш самый любимый. Всеми любимый сынок. Сэм.
Да, ай. Сейчас. Сейчас, зайки, сейчас. Тоша. Тошка-татошка. Такой маленький у нас Тошка-татошка. Да, видно, что домашний был. Парень тоже года 4. Но, к сожалению, кому-то тоже стал не нужен, да? Да тоже, ну что спрятался-то? Да ладно, будь здоров. Еще в завершение данного ролика хочу каждого искренне поздравить с Днем волонтера. 5 декабря каждого года в России отмечается праздник День волонтера. А мы с вами все волонтеры. Мы помогаем им, бедным, бездомным, животным, остро нуждающимся в нас, в людях. С праздником! Моя большая дружная семья. Здоровья! Здоровья вам всем на долгие года. С уважением к вам, Наталья.